Ребята, приветствую вас по многочисленным вашим просьбам моих подписчиков, в основном в Инстаграме. Я решил снять свой рассказ про этот прекрасный автомобиль Alfa Romeo Giulia. Это итальянская машина, и это не просто Giulia, а редкая версия QV. QV – это Quadrifoglio Verde. Это старая итальянская история про спортивные Alfa Romeo, про их спортивную большую историю, про которую мало кто из вас, наверное, знает. Хотя почитатели марки, конечно, всегда штудируют, и когда какой-то очередной владелец BMW начинает говорить, что Alfa Romeo – это не такая классная машина, и вообще, что это такое, и всегда начинают вспоминать вот эти вот старые прекрасные истории про старые гоночные победы. Кстати, не такие старые. В туринге еще в нулевых годах, в 90-х годах они очень хорошо выступали, выигрывали чемпионаты, как БТЦЦ английского туринга, так и потом уже ВТЦЦ. Это в основном были 156-е Alfa Romeo. Но тут мы будем говорить не о спортивных машинах, а о гражданских, коей она является. В Российской Федерации это действительно очень-очень редкая история, потому что официально эти машины у нас не продавались. Официальные Alfa Romeo уже у нас не продаются порядка, наверное, 7 лет. Для того, чтобы обладать такой машиной, вам недостаточно прийти в салон официального дилера и просто заплатить свои деньги. Единственный вариант – это привозить автомобиль из-за границы. Этот автомобиль именно таким образом к нам и приехал. Это версия с автоматической коробкой передач, хотя я персонально, если бы вез себе такую машину, и у меня даже уже есть такие мысли, я бы привез на механике. Хотя, знаете, после нескольких дней езды на ней могу вам сказать, что автоматическая коробка очень гармонична для нее. Но из-за того, что этот автомобиль у меня не ассоциируется с будничным, с чем-то каждодневным, потому что каждодневное обслуживание ее достаточно затруднительно. То есть если выйдет любая деталь из строя, это заказ. То есть это если вы вот прямо хотите ездить на ней каждый день, и у вас там среднегодовой пробег 30 тысяч километров, в таком случае вам надо затарить собственный небольшой склад запчастей. А зная надежность подвесок у Alfa Romeo, кстати, не только у Alfa Romeo, и у любых спортивных машин, не надо думать, что это вот прямо Alfa Romeo, и вот она будет ломаться. Нет, это версия QV. Если бы это была обычная Giulia, она достаточно надежна. QV все-таки это и большие колеса, и жесткая подвеска, и это тянет за собой определенные моменты, которым придется сталкиваться. Поэтому для меня это не будничная машина, это праздничный вариант, и поэтому я бы взял на механике. Но если мы говорим о марке в целом, она на наш рынок уже раза 3 или 4 приходила и уходила. И причем самое интересное, что концерн Fiat открыл салон Alfa Romeo в России достаточно рано. Один из первых в постсоветском пространстве в Москве появились салоны Alfa Romeo. И они были достаточно популярны, хотя репутация у них такая достаточно шаткая. Я на самом деле могу так сказать, что я начал свой путь как автолюбителя, как автоэнтузиаста, как фанат итальянских машин, и в частности именно вот этого прекрасного миланского бренда Alfa Romeo. Был владельцем 156-й GTA, и 159-й, и 166-я у меня было, самые разные машины. Что можно сказать? При всем при том, что я после этого, будучи ярым фанатом именно итальянских машин, я понял, что мне в жизни нужно попробовать и другие машины, потому что хвалить, так сказать, свой огород, не зная толком истории других машин, это неправильно. И поэтому потом у меня были и Porsche, и BMW, и в данный момент я являюсь обладателем немецких автомобилей, и тоже их очень люблю и ценю. Но вот это какое-то вот cuore sportivo, как говорят итальянцы, спортивное сердце, вот эта нерациональность, во многом она всегда привлекает, потому что, сидя в немецкой машине, порой ты изъяны находишь только в себе в самом, а в машине изъяна нет, тогда как вот эта Alfa Romeo, она очень человечна, у нее очень много каких-то таких недоработок, но весь мир, все автоэнтузиасты говорят про это, Джереми Кларксон говорят, многие известные американские люди из автомобильной среды, просто коллекционеры или уважаемые какие-то люди наподобие Криса Харриса, они всегда говорят, что в этом есть какой-то особый шарм. Поэтому я также к этому отношусь, ровно так же. Можно сказать про Giulia, вот в чем уникальность этой машины, чтобы вы понимали. То есть
Например, давайте сравним Alfa Romeo с брендом BMW, чтобы вы понимали, насколько сложнее создать итальянцам такую машину, чем им. BMW запустили свою спортивную модель M3 в 86 году. И с 86 года, в любой год, если вы захотите зайти в автосалон BMW, вы всегда сможете купить M3. 30-я, 36-я, 46-я, E90, E92 и уже F-кузова. Постоянно, в любой момент вы всегда купите. Тогда как в случае с Alfa Romeo, мы даже можем не уходить вот в такой нишевый продукт, как M3 или спортивную версию. Это даже базовый среднеразмерный седан не всегда эта марка могла предложить. Была 155-я, на базе которой была Q4, которая как бы пыталась намекнуть на туринговые машины, но на самом деле не являлась основой туринговой машины. Затем пошла 156-я, у нее была версия GTA. В аббревиатуре GTA буква A с итальянского переводится как облегченная, но GTA не была облегченной версией. То есть во многом GTA это в реальности был продукт маркетинга, но машина это классная, то есть она, например, для своего времени была очень хорошая и по сей день очень ценится, и мне нравится. Но, обратите внимание, 155-я Q4 – это полный привод, 156-я – это передний привод. И когда вышла 159-я, многие думали, что на базе нее тоже будет версия GTA, но версии GTA не было, потому что 159-я, она достаточно рано закончила свой производственный цикл, и эти машины пропали с прилавков, и у нее не было прямого последователя. Представьте себе, что на протяжении 4 или 5 лет у марки Alfa Romeo в принципе не было никакого среднеразмерного седана. Представьте, вы приходите в салон BMW или в салон Mercedes, и там нет ни C-класса, ни трешки. Они говорят, мы временно не будем вам продавать эти машины, и мы вообще не знаем, будем ли производить. В данный момент вы можете купить перелицованные, не знаю, там, мини. Вот. Вот так же было у Alfa Romeo. У них был период, когда 159 они перестали производить, можно было купить Mito и Giulietto. Джульетта и Мита – это фактически автомобили, сделанные на базе фиатов. И в них есть определенная своя прелесть, но ничем таким действительно интересным и примечательным они не являются. И вот представьте, вот это абсолютная пустота. И вот из этой пустоты возникает вот эта машина – Alfa Romeo Giulia. Это заднеприводная платформа, это действительно очень классное шасси, это очень красивый дизайн. И это автомобиль, который очень многие считают, превзошел BMW M3. Автомобиль, который производится с 86 года и имеет преемственность, и нет никаких финансовых у них проблем. А тут фактически наполовину погибшая марка создает такую прекрасную машину. И действительно ли эта машина является прямым конкурентом M3, и в чем-то она может ее превзойти? Вот это является вопросом, которым я тоже задавался и понимал, что, например, 10 лет назад, если бы мне дали эту машину, я бы точно сразу бы говорил, она лучше во всем. Сегодня я подойду беспристрастно, посмотрю ее и расскажу вам, каким вам надо быть человеком, чтобы оценить эту машину и обязательно ли во всем делать скидку этой марке для того, чтобы действительно оценить ее. Значит, начнем с того, что у Giulia QV, именно у QV-версии, активная аэродинамика. Вот эта вот карбоновая губа на скорости опускается вниз, соответственно, для того, чтобы прижимная сила на передней оси на высокой скорости была больше. Затем есть две версии тормозов, стандартная и карбонокерамика. Самое приятное, что какие бы вы тормоза ни выбрали, на задней оси у вас не будет стоять убогой плавающей скобы, как у многих конкурентов, что считаю огромным преимуществом, потому что когда покупаешь такую дорогую машину в наши дни, хочется хотя бы, чтобы для антуража были нормальные тормоза, уж не говоря об эффективности, потому что я очень много раз со своими товарищами спорил про это, и они считают, что если сейчас ставят на заднюю ось
вот это вот недоразумение, то в таком случае этого хватает. В первую очередь, я не согласен, что этого хватает. Многочисленные тесты подтверждают, что многие автомобили с однопоршневой плавающей скобой на задней оси тормозят хуже. Заканчивая тем, что мне, как покупателю, для антуража, мне хочется, чтобы на машине такого ни в коем случае не стояло. Тем более с карбоновой керамикой и тем более на спортивной такой машине. Композитный карбоновый капот. Кузов у Джули QV не имеет сзади расширения, более широких крыльев, но, в принципе, ей оно и не нужно, она выглядит очень гармонично и красиво. Я считаю, что дизайн является сильной стороной этой машины. Ну и все стандартные атрибуты, как вы понимаете, как спортивная выпускная система, всякие специальные бампера, накладки, про это мы говорить не будем, это, само собой, разумеется, является частью этого автомобиля. Вот он наш мотор, спортивное сердце, тут сразу видно тот самый дорогущий карбоновый капот. Кстати, это одна из тех самых вещей, которая очень сильно всегда сделает ремонт битой машины дороже, когда люди покупают их из Америки, они всегда спрашивают, есть ли на ней повреждения на этом капоте, потому что он стоит очень-очень дорого. Если я не ошибаюсь, он стоит порядка 5000. Вот наш мотор. Это V-образный двигатель, шестицилиндровый, 2,9 литра, с развалом 90 градусов, как у Феррари. Многие эту машину называют четырехдверная Феррари. Наверное, это не безосновательно. Что же тут еще интересного такого? Значит, двигатель подвешен на очень мягкие опоры. То есть многие обращают внимание, что двигатель прям качается. И почему это сделано? Сделано это потому, что двигатель достаточно вибронагружен. Если опоры будут жесткие, двигатель будет передавать их на кузов. И комфорт, и без того не самая, наверное, сильная сторона этой машины, будет страдать еще больше. Ну, меня лично это никак не напрягает. Но, кстати, ощутить легкое подрагивание вы ощутите обязательно. Кузов очень жесткий, это видно по чашкам, точки крепления амортизаторов здесь сделаны очень надежно. Амортизаторы электронно управляемые, соответственно, в зависимости от режимов переключается жесткость. Ну, это все стандартные вещи, обычную пассивную подвеску на эту машину заказать нельзя. Мощность 510 лошадиных сил, она является таким высоким показателем для данного класса. С 2,9 литра рабочего объема снята эта мощность, тогда как у BMW при 3 литрах на этом поколении получается 450 сил максимум, а у C-класса тоже 63-го 510 сил, но сняты они с большего рабочего объема, 4 литра. По динамике я смотрел многочисленные тесты, она выезжает из 4 секунд, ну и, пожалуй, она, наверное, самая динамичная, потому что C-класс потяжелее, хотя имеет ту же мощность, но имеет чуть больше крутящего момента. Но, в общем и целом, она самая быстрая на данный момент. Сейчас вышла уже новая BMW M3, там, конечно, расклад может сил измениться. Что сразу бросается в глаза, это опционные спортивные сидения. Тут было два варианта сидений, то есть либо более комфортные, которые такие же ставятся на спортпакетные Джури, либо вот эти вот, можно так сказать, ковши. Они механически регулируются вперед-назад и электроника вверх-вниз. Сиденья действительно очень удобные. Мне они нравятся, и если бы я покупал себе машину, я бы стремился, чтобы они, конечно, стояли, потому что антураж играет большую роль. Очень многие говорили про вот эту особенность геометрии этой машины, что ты сидишь вот за стойкой. Ну, кому-то это, может быть, будет не нравиться, а кто-то будет иметь ассоциации с каким-то спортивным автомобилем. Вот я бы себя именно так и успокаивал. Подрулевые лепестки очень удобные, расположены здорово, и если вы будете ездить по треку, то, наверное, нужно будет ездить в ручном режиме, потому что спортивный режим коробки, он все-таки не дотягивает по своему алгоритму и по четкости работы, как у, например, Porsche на ПДК. Но, повторюсь, в ручном режиме все отлично. Работает, переключает очень быстро, очень удобно. В городе коробки вообще никаких вопросов нету. Ребят, вот буквально вчера впервые показали новую BMW M3. И началось очень много там разных разговоров про нее, но вот интересная тоже параллель мне в голову пришла. Вот обратите внимание на Джули, как сделан задний диффузор. Вот это действительно рабочая, добротная вещь, тогда как у М3 это глянцевая, совершенно убогая, фейковая, которая стыдно на такую действительно достойную машину с историей ставить. Здесь не возникает никаких вопросов, что это элемент рабочий.
Он заходит по дно, у него плоское абсолютно днище, это рабочий элемент. Тогда как у BMW это просто какая-то такая нашлепка убогая совершенно на бампер, за которой скрывается и провисает штатный глушитель, который стоит на ней поперечно. И я считаю, что этот вот тренд, знаете, современный на то, чтобы делать все для какого-то вида, все бутафория, он просто ужасный. А вот здесь это именно то, что нужно. Кстати, на M3, обратите внимание, там, по-моему, как опция идет такой спойлер, и он по форме тоже сделан, как у Джули. Не знаю, кто первый это придумал, но вот на Джули этот спойлер уже стоит. Ребят, еще обратите внимание на значок Quadrifoglio Verde, вот этот вот лист клевера. То есть мало того, что этот элемент присутствует на QV, так вот передние крылья специально сделаны так, с выштамповкой, для того, чтобы эту красивую деталь в нее утопить. И это как раз вещь, которую делает Ferrari, так называемую свою Scudetto. Это всегда опция, за которую нужно доплачивать, потому что если вы, например, заказываете, там, к примеру, Ferrari, не знаю, 488, и вам нужна эта Scudetto, под Scudetto крыло другое. То есть если у вас с завода заказано Scudetto, то на вашей машине стоят специальные крылья для Scudetto. В данном случае это не совсем как бы корректное сравнение, потому что у QV в принципе свои крылья, и тут есть вот эта сетка, и в любом случае надо было делать вот этот элемент, и его место было предусмотрено. Но все равно это приятно, что эта деталь, она уникальна не только вот в этом, но и вот по посадке вот этого вот прекрасного исторического элемента. Подходит к концу мой практически недельный тест-драйв. Я уже второй раз беру эту машину у Артема, ее владельца, ему большое спасибо, потому что именно после первой поездки я понял, что я вам хочу рассказать про эту машину, потому что она действительно особенная, и вот после вторых вот этих вот таких глобальных покатушек на ней я сформировал свои выводы про эту машину и считаю, что именно такие машины позволяют мне говорить, что даже сегодня для меня, любителя все-таки таких автомобилей возрастных, все еще есть современные классные машины, на которых я бы ездил с большим удовольствием, как по выходным, так и каждый день. Что можно сказать про эту машину? Чем она отличается от все-таки аналогов немецких? Я считаю, что Alfa Romeo большие молодцы, потому что они смогли не прогнуться под все каноны, правила и то, к чему нас приучили крупные игроки на рынке, такие как BMW или Mercedes или Audi. Они не концентрировались на тех вещах, которым приучили вот эти вот, вот эта немецкая тройка покупателей. То есть вот сегодня для людей, наверное, гораздо важнее, или их приучили к тому, чтобы это было важнее, такие вещи, как качество отделки, качество каких-то мелких элементов, которые, по сути дела, абсолютно не имеют значения для такого спортивного седана. Вот Alfa Romeo, они вложились в то, что важно для меня, в хорошие тормоза, в настоящий диффузор, в аэродинамику, в отличную управляемость. Вот для меня лично, как энтузиаста, именно это является важным качеством. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что BMW M3 – это плохая машина. Нет, она очень классная. Но вот могу вам привести такую параллель. Если вы ездили когда-то на современном Каймане, это очень классная машина, она очень правильная. Но вот лично для меня после пары сессий на Moscow Raceway уже желания большого повторно возвращаться и делать это у меня лично нет. Тогда как у этой машины, ее хочется узнавать с разных абсолютно сторон. Она ведет себя действительно интересно. И если вы привыкли, чтобы машина подстраивалась под вас, это выбор не для вас. Это машина, под которую надо подстраиваться, надо учиться ее водить, потому что если вы поедете на трек, вам обязательно надо выключать стабилизацию. А если вы выключите стабилизацию, вы поймете, что такое борьба с автомобилем. Но это не негативное, это не какие-то недоработки настройки. Это
наоборот, очень породистое, очень быстрое шасси, но при этом оно очень требовательно к водителю. И если вы умеете водить, если вы привыкнете и встанете на путь обучения, научитесь водить настоящую спортивную машину, то она позволит вам очень многое. Это действительно очень талантливая вещь, которую итальянцы смогли создать буквально с нуля. Лично для себя, если бы сейчас я пошел выбирать автомобиль в салон, то я бы взял именно эту машину. Хотя современная М3 лично мне тоже очень нравится. Тоже очень хорошая машина. И даже когда я на ней еду по трассе, она немножко покачивается, у нее есть такая легкая продольная раскачка, и она будто немножко посмеивается и говорит: «Жора, ты хотел комфорт? Вот получай». И вот ты качаешься и едешь на этой слегка мягкой подвеске, но понимаешь, что на самом деле ее суть – это спортивная езда, это точная итальянская управляемость, очень быстрая рулевая рейка, которая роднит ее с Феррари. И, кстати сказать, вот острые рулевые рейки – это не то, что лично люблю я. То есть они позволяют почувствовать от машины вот этот вот быстрый отклик, но в то же время провоцируют ошибки, поэтому к машине надо действительно привыкать, потому что надо ездить на очень скупых углах. В случае каких-то заносов надо руль крутить очень плавно и очень при этом медленно, не перекрутить ни в коем случае, потому что можно поймать хлыст. То есть задняя ось из-за того, что она очень мощная и моментная, у нее сильно подвижна, поэтому надо быть очень осторожными. Мне не очень нравятся вот эти шины Pirelli P Zero, асимметрика, которая ставится на нее с завода. На мой взгляд, они работают только в разогретом состоянии, а все-таки эта машина не для того, чтобы с утра сесть и прогревать шины и ехать, а при этом какая-то там нештатная ситуация, она скользит очень сильно задними шинами. Лично я бы поменял их на Мишлен. Что я хочу вам сказать? В общем, это действительно особенная вещь, и этот миланский бренд, несмотря ни на что, знаете, они, когда запускают новую машину, я представляю, насколько у них большие ожидания. Они действительно очень надеются на то, что рынок их примет. У них будут силы и возможности продолжить, потому что это действительно очень классный продукт. Очень классная машина, которая встает вровень с этими уже устоявшимися немецкими конкурентами. Поэтому это была классная неделя. Я очень рад, что поездил на машине. И для всех тех, кто может действительно себе позволить такой автомобиль, и для которых именно драйверская составляющая автомобиля, ну и эстетическая, конечно, имеет большую роль, я могу смело рекомендовать эту машину. А для тех, кто любит, чтобы машина подстраивалась во всем под них, чтобы она была такая очень премиальная в каждой детали, то я рекомендую все-таки немецкие машины, потому что они больше соответствуют вот этим представлениям, которым вам во многом они же и навязали. Поэтому с сожалением прощаюсь и надеюсь, что в следующем году у меня будет возможность привести себе точно такую же, но только на механической коробке передач. Всем пока, спасибо, что смотрели этот мой рассказ.